канал ВДРК. При поддержке канала «Бойцовский клуб» пройдет необычное мероприятие с внешними участниками боксерского шоу «Реальный бокс». Собственно, напомню, мероприятие, ради которого мы сегодня собрались, пройдет завтра в 7 часов вечера в универсальном спортивном зале «Крылья Советов». И будет транслироваться также по каналу «России 2». А теперь представлю комиссию нашу уважаемую. С внешним проводим генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России Игорь Мазуров. Супервайзером титульного боя является президент Федерации профессионального бокса России Виктор Петрович Агеев. И хочу представить вашему вниманию промоутер боксерского шоу Владимир Крылов. И сразу же по просьбе организаторов мы немного изменили формат сегодняшнего взвешивания. И первым на эти весы я приглашу участника титульного боя Хабиба Алхардеева. Спасибо.
приглашаю на эти весы участников последнего четвертого боя турнира боксерского. Это десятираундовый бой в первом тяжелом весе до 90 килограммов и 700 граммов. И первым на весы хочу вызвать Ричарда Пола. Сайте.